опять Комсомольск, видите, упырью помешал парк. Последний оазис в крайне экологически неблагополучном месте, потому что тут масса переходов, развязок дорог, по которым гоняет тяжелая техника, всякие лесовозы, всякие фуры, всякие, в общем, самосвалы. Не говоря о том, что основная дорога на Демги в другой район. И вот сейчас они курочат, видите, все. Кто-то решил, видно, очередной решил чурка какой-то застроить что-то. И они вот уже выломали деревья, выкорчевываются. Причем деревья такие, что еще, видно по спилу, я показал, что они еще стоять могли бы лет 100 минимум. Это вот они уничтожили с этой стороны, была защитная зона аккумуляторного завода. Вот вон те здания, это аккумуляторный завод, который делал массу аккумуляторов для Министерства обороны, практически 80% для танков и БМП. И, соответственно, все остальные самосвальные, в том числе автомобильные. Сейчас уже лет 20, как только начался путинизм, этот завод тут же убили моментально. Хотя я, в принципе, когда еще у меня машина была, покупал первые аккумуляторы наши местные, поддерживал отечественного производителя. Ну и вот там вот стоит пост, прошел я, это метеоконтроль. Ну вот, смотрите, никакой гнили, вполне классное дерево. То есть, молодое, даже видно по кольцам. Вот это все выворачивается. И вместо, видите, тут был тоже более-менее благоустроенный, хотя бы вот бордюрчики, все дела, асфальт. Сейчас это все будет загажено, засрано, в общем. Но упыри есть упыри. Упырей, сосны вон хорошие, тоже видно, им достанется. Упырей одна, это самый кустарник, который вот пыль задерживает все это. Одна, это вот по всей стране, вот это вот, как говорится, сшибание мозга. Вот эти все вот абсолютно безумное, абсолютно ненужное ни в каком виде это вот якобы благоустройство. Потому что при том, что творится во дворах, там ни асфальта, ни хера нет, вон ямы на дороге, они занимаются закапыванием денег, уничтожением того, что в принципе еще лет 30 простояло без всяких ремонтов, и уничтожением зеленых легких города. Что потом будут орать, что якобы опять какой-нибудь вирус косит людей, хотя на самом деле тут просто те же выхлопы сумасшедшие. Видите, вот сколько машин, то есть тут базы, все это, то есть вон фуры сплошные. Вот такие вот дела, короче. Вот такой вот у нас, я даже слов не нахожу просто.